Рэмбо я познакомился в 1996 году или пятом году. Кому не в четвертом? Может, в четвертом. На одном из орловских рок-фестивалей в ДК «Юбилей». Он выступал с группой «Залп». Был такой? Был такой. Поручик. Покойник-поручик там у него скакал. Еще масса непонятных оголтелых людей на сцене. Человек 15. А в белых халатах медицинских они там валялись по сцене. Для меня это было дико, потому что я думал, что такой музыки не существует, и он через 10 лет только придумывает. И тут я такое увидел. Ну, сразу мы зазнакомились и задружились. С тех пор мы постоянно вместе, можно сказать, живем в одной квартире, в разных комнатах. Вот, ходим друг к другу в гости на чай и на кофе. Да. И на хлебную настойку. Самый заебательский момент в жизни Рэмбо, который я отмечаю для себя, это его дичайшая DIY передача под названием «Коррупция», которую он снимал на ВХС на тот момент. У него была своя студия, он снимал передачу про тяжелейшую, мощнейшую электронщину. Ну, было все, но дешевым засетом рок-н-роллом он никого не удивлял. Он делал вещи про KMFDM, про Skinny Puppy и тому подобное. Вот, это была жесточайшая передача с различными интервью, с деклассированными элементами и мутными личностями города, в которых он их всех выстебывал, у него хватало на это ума. Я надеюсь, что если эта передача возродится, я буду самым первым ее почитателем. И очень жду, когда увижу очередной номер. Хороший парень, Рэмбо. Замечательный человек. Ну а Володь, а вот что ты можешь задвинуть телегу там, вот, например, орловской молодежи? Куда им двигаться, в какую сторону в плане музыки? Что слушать? Я думаю, что слушать надо, безусловно, «Ночную трость», «Яйца Фаберже» и «Адового мужика». Вот. Это самые замечательные группы в Орле, которые возникли очень давно и очень популярны. И тот, кто их никогда не слышал, он не слышал ничего, по сути. А все вот эти остальные группы уровня... Какие у нас еще группы есть? Я даже не знаю, как они называются. Я больше не знаю, да, русские группы. Самое замечательное, вот эти три надо слушать. Эти три, это самое заебатое. Молодежи надо двигаться в спортзал, в баню, слушать хороший тяжелый рок-н-ролл, который мы делаем. Вот. И не смотреть на Запад. Проклинайте Америку, и все будет хорошо.